Мама двоих детей, которым она с детства прививает любовь к музыке и с большим удовольствием посещает всей семьей любимый мувдыка Заря. Итак, встречайте, Оксана Кирьянова. Я в первую очередь хотела бы пожелать удачи всем конкурсантам. И песню первую, которую я хотела представить, это слова и музыка Олег Баянова, песня «Ангел». Спасибо большое. А следующая песня «Ягодка». Это про нас, про девчонок, про сладеньких.
долгожданное лето. Мальчишку видела я, глаза ярко-синего цвета. Сказал, ты будешь моя. Ты мне предложил свою дружбу и руку, и сердце отдать. Готов был на разные муки любить, обнимать, обожать. Зовешь меня ты сладкой ягодкой, зовешь меня ты спелой ягодкой, но я скрываюсь за порог. Ягодкой, зовешь меня ты нежной ягодкой, зовешь меня ты милой ягодкой, и ты меня домой. Построив песочные замки, ты ждал каждый вечер, любя, моей теплоты, нежной ласки и слов, что я буду твоя. И сердце твое застучало, ты вспомнил тот сказочный миг, влюбился тогда у причала, но счастье вот срок невелик. Ягодкой, зовешь меня ты сладкой, зовешь меня ты спелой ягодкой, но я скрываюсь за порог. Ягодкой, зовешь меня ты нежной ягодкой, зовешь меня ты милой ягодкой, ведь ты меня давно влюблён. Спасибо большое.